Всем здорово, пацаны. Итак, второй тур. Winter Doubles Tournament. Пара во втором туре у нас Вадим и Винер. И посмотрим. Карты у нас, ребята, Катар, Трики-Трики и Япония. И посмотрим. Против Вадимыча я еще не играл. И первую катку 1-0 забираем. Хорошо. Итак, сейчас, ребят, две катки на трикшотах. Мы, офсайдеры, с Гришей. Наша пара пока на последнем месте. Мы набрали 1 очко за первый тур. Ну ладно, погнали, пацаны. Здесь главное уже хотя бы очки набирать. Катар забрали. Давайте теперь трикшоты. Две катки на трикшотах. Офигеть, он не забивает такое. Я тоже не забил, охуеть. Такой, блядь, психологический моментик, блядь. Бля, ну мне интересно, когда я перед каждым туром кручу рулетку, это очень красиво. Но я не думал, что трики прям два подряд выпадут, ебать. Бля, как же этот ручеёк-то не забил, сука, сейчас бы выиграл уже, блядь. Четыре-четыре. Он не забивает такой, бля. Мы забиваем. 2-0. 2-0, хорошо. 1 очко уже есть. Итак, еще раз трикшоты. Ничего, если мы сейчас выигрываем, мы забираем 3 очка. Я не знаю, согласится он в Японии сыграть. Наверное, для видоса, да? Ну, сейчас будет сложновато. Вот такой удар в тех триках, да, вроде был только что. Два-два. 3:35 пока играем, но... Я знал, что этот тур будет быстрее, потому что две карты трикшотов. Здесь не нужно тянуть ничего, углы дрочить. Здесь 3 минуты и все, готово. Пока что все легкое. Ну, 2-0 ведем, уже хорошо. Бля, такое я могу и не забить. Блядь, сейчас, прикиньте, не забью, будет жестко. Забил, блядь. Чуть-чуть не промахнулся. Так, такой забиваем на изи. Шесть-шесть. Ой, бля, вот такой я бить не умею, бля. Если он забьет, я такой не забью. Все, я проиграл здесь, ребят. Я такой не умею бить. Я не знаю, как его бить. Я же сказал. 2-1. Все решится в епошке. Такой удар я бить не умею. Я даже не знаю, куда там стрелку ставить. 2-1, ребят. Интрижка сохраняется. Джапан, Корея. До 3 мячей. Блядь, неплохо.
Ну что же, у Виннера Никитоса есть шанс. Блять, а вот это сейчас будет очень опасно. Я не попал в угол, блять. А он сейчас попадет. Да, 1-0. Бля, вот это уже хуёво. Вот это уже очень хуёво. Не знаю, рискнет такой, но тут сложно. Ну, можно. Один-один. Хорошо, не промазал в этот тетюрину нижнюю. Отличный гол, блядь. Сука, пиздец. Скилловой, нахуй. 2-1. Ну, еще разочек такой гол сделаем. Бля, нихуя не получилось. Только через верх. Ой-ой-ой-ой-ой, это опасненько сейчас будет. Может быть 2-2. Нет, не попадает он. Здесь я не буду рисковать. Бля, ворота у него очень слишком закрыты сильно. Вот это уже норм. Бля, такой может забить, кстати. Нет, да ладно, он не забивает такой. Офигеть. Это еще один шанс. У меня ворота просто все пустые. Нет, и такое не забьет. Охренеть. Ну, давайте попробуем красиво. Не, нихуя. Ну, здесь, если ты не ударил, придется закатить в уголок. Тут придется закатить. Я хочу 3 очка, пиздец. Хочу 3 очка. Нужно, короче, его вынудить как-то ошибиться. Во. Блядь, сейчас вниз катнет верхней фишкой. Блядь, 2-2. Это ошибка жесткая. Жалко. Бля, неужели мне здесь не подфартит, пиздец? Ебать, это что такое сейчас было?
Ну все, это 2-2, пацаны. Ну что, поздравляю. По одному очку забираем, ребят. 2-0 вел. 2-0. В итоге 2-2. Пизда. Неплохо. Да ладно, он не забивает. Ну все, это я уже подарил. Ну что, 2-2, пацаны. Здесь я уже подарил. Ничего. Спасибо за игру, братан. По одному очку.